Я являюсь членом избирком Республики Калмыкия с правом решающего голоса. Одновременно же я являюсь членом рабочей группы, которая осуществляет приемку документов, подписанных лиц и иных документов кандидатами для регистрации на должность главы Республики Калмыкия. Сегодня 24 число, это последний день подачи документов на регистрацию в качестве кандидата. Без 10, наверное, 9 часов я был в Белом доме, в помещении избиркома, поинтересовался, есть ли уведомления или иные сообщения о том, что кто-то из кандидатов решил подать документы на регистрацию. Мне сказали, что никого нет. Таким образом, в этом оргметодическом отделе избиркома находились и другие члены избиркома с правом решающего голоса, в том числе члены рабочей группы. Присутствовали также члены избиркома с правом решающего голоса от других партий. Ровно до обеденного перерыва, то есть до 13.00, никто не звонил и не сообщал о том, что собирается прийти для подачи документов, то есть подписанных листов и других документов. Как известно, перерыв заканчивается в 14.00. В это время мне сообщают о том, что сообщение ТАСС, промелькнуло сообщение о том, что один из кандидатов, то есть Тубиш Хазиков Батый Сергеевич, чудесным образом, каким-то образом прошел регистрацию примерно в 9 часов. И таким образом лицо при невыясненных обстоятельствах подало документы на регистрацию в качестве кандидата на пост главы Республики Калмыкия. Я считаю, что это глубейшее нарушение. Я прошу всем, обращаюсь ко всем правоохранительным органам, ко всем контролирующим органам, проверить, каким образом этот кандидат сдал свои подписные листы и другие документы. И прошу, кто будет внимательно наблюдать за предвыборным процессом в Республике Калмыкия, обращал на это лучшее внимание. Потому что я считаю это беспрецедентным беспределом. Все у меня.